Тебя никто не спасет. Помогите! А один лайк плюс одно продолжение сериала. Поставь лайк прямо сейчас, и сериал будет продолжаться. Наконец-то проснулся. Так, родители, вы где? Почему дома никого нет? А вот и моя красоточка, это получается Ламба. Сейчас я поеду на ней в школу. Блин, как же нам спасти полицейского? Надо срочно взять своих друзей и что-нибудь придумать. А пока я поеду в школу. Я уже заранее собрал свой рюкзак вечером, так что в школу пора. Очень быстро приезжаешь, очень круто. Так, на пешеходном переходе никого. Заезжаем вот сюда. И замечательно, можно оставить тачку прямо вот тут. Так, зазвонил звоночек. Теперь давайте присаживаемся все. Ага, сегодня у меня для вас очень прекрасная новость. Вы будете в шоке. Я почти пришел вовремя. Сергей Анатольевич, можно войти? Давай, входи быстрей. Ага, спасибо. Так, Мейбл. А? Что? Две Мейбл? Ладно, подожди, потом разберемся. О, привет, Анатольчик. А, здорово, как дела? Нормально все, все хорошо. Так, продолжайте. Есть хорошая новость, есть плохая. С какой начать? Давайте, Сергей Анатольевич, с плохой новости, а потом хорошая. Наш новый учитель Балди исчез. Его уже как 2 дня нет. Не могу ему дозвониться. И так-то не пришел в школу. Ха, что с ним случилось? Ну, что он от банановой шкуры подскользнулся и упал. Ха-ха-ха-ха-ха. Вообще-то не смешно. Может быть, реально он приболел, либо что-нибудь еще? Ну, в общем, будем хорошего мнения о нем. У нас есть еще хорошая новость. У вас будет новая училка! Что? Да что такое? У нас каждый день какие-то новые училки. Да, странно очень. Ну давай, где она? Где же она, Сергей Анатольевич? Встречайте! Мисти Училка! О, приветствую, детишки! Теперь я заменила вашего учителя Балди, пока его нет. Я буду вашей училкой. А ну-ка доставайте все тетрадки, будем писать задания. О, замечательно, я побуду тут, посмотрю, как вы учите. Хорошо, Сергей Анатольевич. Ну что, достали все тетрадки? Не может быть, это же самая знаменитейшая училка Мисти. Так, кто там разговаривал? Адорчик, это ты? Тебя Адорчик зовут? Мисти, извиняюсь, я просто... Я хотел ручку попросить. Так, у кого там ручка есть, давайте. Дайте ему ручку, поделитесь. Адорчик, у меня есть ручка. На, дерзи. Спасибо большое. Вот это да, Мисти, прикиньте. Я слышала про нее. Она такая злая. Надо быть осторожным. Конечно же, посмотрим сейчас, как она будет нас учить. В общем-то, сегодняшнее наше, так скажем, задание. Говорят, что к нам пробрались монстры в город. Что? Кто это сказал? Я первый раз слышу. Вы что, не смотрите телевизор, Сергей Анатольевич? Не, за маячки не смотрю. Что? Монстры? Пробрались монстры? Как это возможно? Поэтому отныне сегодня вы не будете выходить из дома и никуда не рыпайтесь. После уроков сразу же домой. Что? Неужели они нашли выход пробраться в наш город? Вот же блин. Ребята... Сегодня в подвале у меня в 6 часов вечера. Хорошо, хорошо, Адорчик, мы придем. Хорошо, я тоже приду. А подожди, у нас же сегодня ужин. Мы же вас позвали, вашу семью. Кажется, ужин отменяется. У нас более есть важнее дела. Так, я вас собрал не просто так. Мы уже захватили эту кафешку. Теперь нам осталось захватить весь город. Оу, я только за, давайте это сделаем. Кажется, мы знаем, что нужно еще сделать. О, да, нам нужно заколдовать Балди, чтоб он нашим стал. О, да, надо захватить Балди, чтоб он стал нашим. И еще, кстати, вы же забыли...
Не забыли? У нас есть еще мамка в этом городе. Мамка-то, она знает этот город. От А до Я. Давайте мы захватим ее тоже. О да! Ну что, приступим? Выпиваю зелье увеличения и просто разносим всех! Ну что, какие у вас идеи? Как будем спасать полицейского? На город напали. Мы сами не справимся. Я думаю, давай напрямую к нему проберемся. Точнее, быть к той мамке, в ее дом. Мы же слышали его там. Ага! Можно напрямую просто в наглую зайти. У нас же есть дубинки и все такое. Не знаю, ребят, что-то я боюсь, блин, страшно. А где эти еще монстры, которые зашли нас в город? Говорят, сейчас еще тревогу должны включить в городе. Хорошо, давайте быстренько пойдем к полицейскому и попробуем спасти его. Возможно, мамки нет дома. Так, ну что, сейчас уже вечер. Можно пробираться потихоньку, мамки вроде нет. Давай-давай, мы будем на шухере. Будь осторожен. Так, а? Заходим. Полицейский? Ты тут? Что? Полицейский? Антончик, спаси меня отсюда, спаси! Что, полицейский, что происходит? Что ты делаешь в доме этой мамы злой? Короче, она меня просто привязала и закрыла у себя в доме. Я уже 5 дней без еды и воды. Дайте мне что-нибудь попить. Ладно, хорошо, полицейский, давай для начала тебя вытащим отсюда. Что произошло? Короче, эта мамка, она не так уж и прям добрая. Она очень злая, решила меня закрыть. Ё-моё, ладно, давай. А, так, снимаю. Отлично, идем отсюда. О, ребята, спасибо, что спасли. Что, я какую-то сирену слышал? Что, город опасности? Снова напали монстры? Да-да-да-да-да, снова напали монстры. Блин, только не знаю, где они. Наверное, они сейчас появятся где-то спонтанно. Что? А где Мейбл? Куда она делась? О, ребята! Ну что, пришло время заходить в этот город! Что происходит? Мейбл? Тебя отнежит Балди, что? Помогите, он меня украл! Незаметно! Что? Балди, слышь, отпусти Мейбл, ты чего? Я всегда знал, что вы, детишки, такие наивные. Ха-ха-ха-ха. Вы думаете, просто так я отпущу? Что с тобой сделали, учитель Балди? Ты же нормальным был, добрым. Что? О чем ты говоришь? Я не знаю, о чем ты говоришь, Кен. Да нет, не тут-то было. Что-то тут не так. Что? Что будем делать? Отряд, отряд! Всем постам! А ну-ка, эвакуируйте весь город! На нас напали! Эх, какие же вы наивные! Сейчас я выпью еще зелье и еще увеличусь и размажу весь город! Ха-ха-ха-ха! Мой босс, человек в маске, сказал размазать вас! Что? Не может быть! Человек в маске тут! Ну все, город в опасности! Срочно создаем эвакуацию города! Всем постам! Все самураи, собраться и также полицейские! Вперед!